Полковник Агеев Денис Геннадьевич, военный комиссар Амурской области. 1 ноября, согласно указу президента Российской Федерации и приказу министра обороны, начинается осенняя призывная комиссия. Обычно у нас начинается с 1 октября, но в связи с тем, что у нас были мероприятия мобилизационные, перенесли призыв на 1 ноября. С сегодняшнего дня в области заработало 29 районных призывных комиссий и одна призывная комиссия области. Задача набрать около 700 новобранцев и отправить служить их войска. Большая часть военнослужащих останется служить в Восточном военном округе, учебных подразделениях, где в течение от 3 до 5 месяцев будут изучать вооружение, военную технику и станут классными специалистами. Хотелось бы отметить, что в зону специальной военной операции ни один военнослужащий по призыву не попадет. В Луганской Народной Республике, в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях наши военнослужащие тоже служить не будут. Те военнослужащие, которые были призваны осенью прошлого года, срок службы у них заканчивается, они возвращаются в военные комиссариаты и становятся на учет. С целью сохранения здоровья наших призывников на сборных пунктах будут проводиться термометрия, тестирование на коронавирусную инфекцию, нахождение в масках. На сборных пунктах личный состав получит теплые вещи и осенне-зимнее обмундирование. Ну, не знаю, может, вы говорите или нет, вообще частичная мобилизация окончена или нет еще? Ну, нет такой.